Привет, привет, дорогие друзья! А сегодня, сейчас мы откроем вам сенсационную новость. Мы вам покажем магазин, где закупаются все мелкие магазинчики, которые работают при отелях. И, кстати, вы можете воспользоваться этим и, сославшись на наш канал, вы можете прийти и от нашего имени приобрести там нужные товары. Хоть магазин оптовый, но вы можете все приобрести. И от вас лайк, подписка и колокольчик. И мы идем показывать вам магазин. Это видео я хочу посвятить тому, что многие спрашивают, где купить сувениры по самой оптимальной цене. И я раскрою секрет. Смотрите, ребята, я нахожусь в магазине, где закупаются оптом все магазины Египта, которые находятся приотельные. И не только, и не только. Во-первых, такая сенсационная новость, которую я узнал. Мне, конечно, просили не рассказывать, но я не могу не поделиться с вами. Во-первых, ребята, весь этот вот товар, увидите, ребята упаковывают, привозится из Китая, 80%, и 20% только изготавливается в Египте. И магазин находится этот на пересечении улицы Шератон и Шери. На пересечении улицы можете спросить Маккина. Сославшись на мой канал, вы можете сюда прийти и купить товар в розницу, хоть он продается оптом. Цены я не буду сейчас озвучивать просто все, так скажу, что сравнивши с нашим отелем и с другими магазинами, здесь наполовину они, ну получается, наполовину они меньше. Там магнитики по $0.5, которые у нас, они $1.3, у нас даже такие магнитики. Зажигалка, которая стоила $10 в нашем приотельном, здесь она на закупке получается 5. Соответственно, брелки, ну здесь все в фунтах продается, это я вам сразу перевожу в доллары. Ну, одним словом, я просто вот сейчас посидели с хозяином, примерно прикинули, получается 100% накрутка при отельных магазинах. Да, это вот сенсация, это мне чисто так по-хорошему, хорошая знакомая, дали координаты, потому что так это просто тоже не узнать. И вот, угу. И вот хозяин магазина Маккин, зовут Маккин, пересечение улиц Шери и Шератона. Я навигацию Google карты оставлю, постараюсь в описании оставить. Вот все эти вот магнитики. Вот, к примеру, я скажу, сколько вот стоит вот этих вот, сколько фунт, вот фунт, фунта? $2 вот, yeah. Это вот получается так. Ну вот, к примеру, вот эти вот штуки, вот такие вот магнитики, перевели их уже в доллары, получается $2, это где-то 0,7-0,60 за одну штуку. Здесь big $3. Здесь, а где, да, вот такие вот, где их 5, они уже идут по $3. Да, ну соответственно, у нас они при отеле будут около $6-7, а то и $8. Ну, я не буду уже так вот это вот сколько? Вот это $4. 4. Вот это 8 штук, $4. Вот такая вот. У нас она, по-моему, 8 или 10 при отеле. Меня просто познакомили вот с Маккином. Он нам как раз сейчас показывает магазин. Так, мы вот такой вот брелочек. Я сейчас покажу, какой я приобрел. Получается, а вот такой, по-моему, 0,75 доллара, по-моему, Катя брала. Так, зеркало, зеркала, да?
Да, вот детские игрушки то же самое. Вот детских множество игрушек можно выбрать. Да. Видите, вот здесь упаковывают их. Это приходит все из Китая. Все это, ребята, Китай. Так что, когда вы покупаете и вам говорят, что это все египетское, это все туфта. Все эти безделушки, они изготавливаются в Китае. 80% всего, что вы покупаете в Египте, это Китай. Вы можете также сами заказать на Алиэкспрессе. Так, но, опять же, кто находится здесь, нужны будут надувные круги, спасательные жилеты, всякие разные амуниции для плавания, маски, ласты, очки. Все, опять же, вы можете приехать в этот магазинчик, сославшись на наш канал. И вас с удовольствием обслужат. Вот здесь он оптовый, но скажите, что вы с нашего канала. И вас обслужат, и вы можете в розницу здесь приобрести. Я сделал кратенький обзор, потому что тут вещей очень много. Вот Екатерину пригласили. Не, я вообще не хочу. Да, да, вот Макина сейчас попоит чаем, угощает. Так что, ребята, от вас лайк, подписка и колокольчик. Координаты этого магазина я оставлю в описании. Если что, задавайте вопросы в комментарии, на все отвечу. Так, я сейчас вот выйду на улицу и покажу. Да, вот вы видите, вот смотрите, все это вот упаковано, готово. Кстати, вот хозяин магазина сказал, что закупаются, я не буду озвучивать, многие такие, даже и блогеры, которые занимаются уже здесь, живут неоднократно. О, сувениры, сувениры, сувениры. Вот, спасибо. Это вот хозяин магазина. Сейчас я покажу, как этот магазин вот чик выглядит. Это не магазинчик, конечно, а оптовая. Вот он так вот выглядит. Эльмозан. Здесь и адрес тоже самое написано. Вот угол. А с правой стороны у нас получается улица Шерри. А где-то метров 50 Шератон. Макин, получается, напрямую закупает из Китая. Здесь они расфасовывают, разлаживают. Вернее, не напрямую из Китая. У него в Каире, он получается, товар приходит в Каир, с Каира привозят сюда, здесь распаковывают, переупаковывают, и товар дальше идет в мелкие эти магазинчики. Так что вот все, ребята, будем прощаться с гостеприимным хозяином. Все, пока-пока. Пока-пока. Все, окей. Все. И мы пока. Бай. Спасибо. Так, ребята, ну мы показали вам магазинчик с самыми дешевыми сувенирами, реально дешевыми. В этом магазине реально закупаются, потому что я видел название коробок, название отелей, магазинов, название даже знакомых нам фирм, которые магазины здесь существуют, они тоже закупаются там. И, ребята, от вас лайк, колокольчик и подписка, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, а мы с вами будем прощаться. Да, адрес магазина, я уже говорил, улица Шерри, по которой мы сейчас идем, и пересечение, да, Шератона. И геолокацию я оставлю, постараюсь оставить в описании, доставлю. Ну, если что-то пойдет не так, пишите в комментарии, всех с удовольствием подскажу адрес, сброшу геолокацию. Все, ребята, до новых встреч. Пока-пока.